Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Подкаст Сейчас. Сегодня 31 мая, утро, Геленджик, 2016 год. Вот мне вот больше всего нравится, что здесь и видно горы, они сегодня такие туманные, и море. Вот это сочетание эпик. Нахожусь на центральном пляже. Сейчас дожди идут. Люди не купаются, но атмосфера хорошая. Год назад, кстати, в эти сроки люди купались. Сейчас примерно 9 утра. Мы находимся на центральном пляжу. Недалеко от Курзальной. Прикольно, что людей нету, можно прийти, посидеть, послушать шум моря. Найс. Квартира счастливчиков с видом на море. Ну, естественно, юридически все чисто.